Всем привет, ребят! С вами Хади и наши злобные мечи. И мы продолжаем проходить Котор Knightfall Republic Star Wars, часть вторая. Ну что же, и у нас впереди заруб в баре, насколько я помню. Так, стиль, мечи, все есть. Так что пойдемте. Бар Джек-Джек Тар. Ну что же, мы идем якобы в ловушку. Ах, наконец, истинный образец, а я думал, мне снова придется тратить время на и неимоверные усилия, чтобы... Блин, опять он быстро говорит. Смело с его стороны, то, что он шук скафандра. Пытаюсь не вырубиться. Вы обрели новую силовую способность, задержка дыхания, которая полностью отличает вас от воздействия яда в течение определенного промежутка времени. Тратьте на это пункты силы. Нехило так, да? Надо ли эти сентиментальности? Так, ну, насколько понимаю, у нас сейчас регена маны не будет. Клинок, вот уж точно. Вы можете противостоять токсинам, которые вы вдохнули, или впитали через кожу с помощью задержки дыхания. Выберите свою способность, чтобы выжить в Джек-Джек Таре. Ага, вот оно, контроль дыхания. Так, ну что ж, понеслась. Нам надо двигаться сюда, сюда, сюда. Окей. И они решили встать у нас на пути. Это смело с их стороны, а. Слушайте, чуваки, я же лечусь от вас, а? Что же вы, блин, делаете? Ну, молниями сильнее. Химикаты. Ау. Вот офигел, а. Ох, какой удар. По какой местности-то. Ай, да отвалит. Ты у нас кто такой, а, чувак? Враг. Завсегда ты пара. Сдох. Ой, умер. Точнее, задушился. Ах. Надеюсь, не хоть опыт нам падает. На самом деле, что мне не нравится, что у нас половина маны уже осталось. Надо двигаться быстрее. Достали, ей-богу. Ох, какие даже останки выпадают с них.
Разрывная ракета. А, это у нас для этой, для девочки. Генератор мультищита. Что это такое? Поле скрытности, мультищита. Электричество, огонь, ион. Прикольно. Но у нас ключ пояс. Ну давай, ты не будешь нас кидаться, и ты, конечно, не сдохнешь. Ну ладно. Гэнд. Ну, блин, вы все равно меня бежите, да? О, господи, мелкие самоубийцы. Очень далеко. Джедая. Господи, это как они пишут через это. Газы. Ах, черт, и летит, блин, а вот откуда там взялись, а? Что-то у нас так резко восстановились и хиты, и все остальное. Какая классная способность метать молнии в воздух, а? Слушайте, давайте все вокруг меня соберетесь, а? Давайте, давайте, ко мне, ко мне, ко мне. Становитесь дружно в ряд, ребят. Все, все сдохли. Окей, идем дальше. Moranda durei makasiwaba, dua chesentones, taras mucho kanwe me dunasabu. Говори, где твой хозяин, или обе станете трупами. Дана уэкези, чазото гуцо, танама уинос, сочи ранто ночь, ваната гурка чейно, бурнача но, борта чанта чуюнто. Сиренто, сарака ма ван релика нито, нинам рабанка гоначи, трум паба накарес. Что еще мне надо знать о личных покоях Визгуса? Ловушки, охрана. Натравлен токсинами. Неужели кто-то из Юбис все-таки пережил республиканский геноцид? Ничего, я завершу начатое. Давайте провалить его отсюда, пока я с собой их не прикончил. Пам-пам! Пам-пам! Блин, мы до сих пор не на темной стороне. Так, и у нас тут вход. Блин, мы всякие там эти можем создавать.
защитные медпаки и тому подобное. Ой, извиняюсь. Что это за клан, интересно, Юбис? Мне все-таки интересно, как же они озвучивали интересных персонажей. Как чувак стоял в стуле и такой... Ваш экран карты вышел из строя, видимо, из-за помех, создаваемых в туннелях. Бывает, ладно. Значит, ядовитый воздух, да? Окей. Сейф. Мина. Какая у нас? Средняя. Это было так сложно. К тому же мы... Левел ап! Великолепный левел ап. Так, ну что. Стим безопасности и... Скрытность вообще не качаем ни черта. Лечение, наверное, сделаем побольше. Так, а что мы тут еще такого качали вообще? Дуэль, ну это фигня полнейшая. Мастерство, мастерство. На 12 со штрафом на удар минус 3. Эсмокрит качаем 20 при 18 или 20 при 17-20. Ну, как сказать, давайте, наверное, пойдем по пути крита. Потому что все-таки, если мы кританем, то это будет очень даже сильно. Блин, я хочу вот эту вот вещь прокачать. Уникальная... А, универсальная сила. Так, болезнь. Это у нас чума. Спасброски нет, это неинтересно. Я бы медитацию бы начал бы качать. Блин, она очень хорошая вещь. Но я не знаю, для нас ли это или же нет. Все-таки с нами постоянно, так сказать, почти, ну, почти постоянно. Какой-то джедай, который умеет пользоваться боевой медитацией. Да и сколько нам ее качать-то вообще получается. Силовый толчок. Это у нас темная сторона силы. Давайте, наверное, все-таки темную сторону силы качать. Каждого атрибута.
Почему Ирэвен? То есть от нее вообще нельзя бросок сделать. Насколько я помню, по-моему, она нам где-то помогала. В чем-то даже. Спокойно, ламин подбираем. Так, сейф. У нас ветродуй, тут у нас мина. Тут у нас очередная мина. Подарочек нам. Стиль шичо. Труп Суи. Инфопанель. Кредиты, звуковая граната. Сначала карта перестает работать, затем мне чуть ногу не оторвало. Кто здесь мины понаставил? Это должно быть Фера. А может кто-то здесь что-то прячет. Если бы я мог заходить, я бы собрал мины, использовал бы их в качестве маяка. Но шансов нет. Похоже, Вога не получит специй. В таком дыму они распадутся на химические компоненты через час. Хм. Видимо, это какой-то трупак из задания. Конечно, ядовитый газ, Кливер, я его даже не заметил. Мы уже нашли выход. Джейдая. Ужас. Кто все это переводил, интересно? А, то есть, типа, мы за нее сейчас будем опять играть. Плохо дело, плохо дело. Оставил ее вооружение. Господи, у нее всякая фигня же есть. Я имею в виду, что у нее вооружение вообще фигня полнейшая. That does it, Hanhar. I don't want to kill you, but I will if you don't get out of my way. Для джедая. Hanhar временно стал... Почему Хан... О, убейте Миру, я хотел ее на борт получить. Потом выберитесь из арены и выпустите джедая в крепость Визгуса. Видимо, стало, что мы все-таки злые. Добавок своей огромной силе обладает выносливостью Вуки и может входить в ярость, еще больше повышая свою физическую силу. Блин, я-то надеюсь, что у нас все-таки она будет. Ярость Вуки. Ну, автоуровень. Блин, я на него даже девать ничего не буду.
И как вам ломать? Лагает из-за этого. О, у него тоже меч есть. Блин, я все-таки хотел именно, чтобы у нас мир отмин. Мира осталась жива. Блин, придется лечиться, чтобы не проиграть. Слушайте, она неплохо бьется. Или я бы все-таки ее бы оставил бы. И переманил бы на темную сторону силы. Так, надеюсь, там картинка не прервалась, ребят. Потому что я случайно нажал, блин, на значок, всплывший от скайпа. И вот так вот получилось. Я на самом деле хотел подлечиться. Блин, жалко все-таки ее. Удовлетворяющий, как я надеялся. Черт, волосатый мазохист. Ты решил их на меня натравить, да? На самом деле, я теперь надеюсь, что Ханхара можно убить. Вам нужно найти выход из ямы и найти способ открыть крепость Визгуса. Блин, а что ж такое крепость Визгуса и выпустить джедая. До свидания. Заперто, да? Ярость Вуки и тормоза Вуки. Средняя осколочная мина. Блин, жалко ее, жалко. Нехило он так нанес урона ей. Вот видели, как мне волоска просто убралась. Просто их изрубил. О, под яростью еще бегает такой. Ключ дрессир. О, ключ карта. Мандалорианский теловой щит. На самом деле, ребят, давайте, знаете, чтобы не было того, что у меня было в прошлой серии, давайте перезапущу сейчас запись. Собственно, и мы вновь тут. Жертва ловушки. Тяжелый бластер, пролезающий дротик. Но кусать и рубить на части. Блин, черт. Ярость закончилась. Так, тут у нас нет никого, типа тренировочная комната, звериный загон. А моя дверь, чертов Вуки. Ярость Вуки.
Дверь открылась сама. Маловато они, конечно, там сносят. А, ты, господи, да что с них подбирать? Вначале смотрел, можно ли там с них что-нибудь подобрать, там думаю, да ну нафиг. А, легкий защитный костюм. Ладно, пойдемте дальше. А, блин, да господи, заминируем. Большой ящик. По-моему, я пришел не туда, куда хотел. Забраски бластер, кристалл. Кристалл. Ну, вы посмотрите, что за кристалл такой. Но вроде бы это не кристалл цвета. Там у нас просто склад был. А где же у нас тогда пульт управления, чтобы пустить сюда нашего главного героя? А, у нас даже пути-то нету. А, тьфу, вот он, господи, пульт-то. Тоже мне юбийский охотник за головами. О, мастерский сильный удар. Да! Слушай, я мощный, кстати, удары-то. Мастерский вот эти вот. Добрый день. Оп, левел ап, автоматом. Так, тут у нас явно ничего не то. Обыскивать я уже не вижу смысла, потому что, ребят, ну, что я с них возьму? Всякие гранаты. Денег у нас полны-полно. Ну что ж, будем надеяться, что это у нас тут находится комната управления. Так не хочется мины тратить. Хотя, конечно, у нас их 15. Дверь от... Блин, опять ящики. Гиперадреналиновый, мандалорианский сел щит. Пояс, гиперадреналин. Гиперадреналин.
Так-с. Тут у нас пути нету. А что, у нас остается только одна дверь. Варк! Ярость Вуки. Мои соски нулю сносят, по-моему. Хотя броня 7 у нас, господи, что за ужас. Убить, убить всех. Блин, сейчас нашему персонажу вообще не достанется врагов. Спасательный тоннель. А, вот оно. Центр управления входа. Он у нас находится за этой стенкой. Эх, жалко, что приходится всех тут выносить, но... Тут у нас теперь броника 13. Ау. Не может я делать время боя. Окей. Ну что, боитесь, увидев, что я сделал с вашим дружком, а? Идите ко мне подходить. Счастье. Офигительно, по нам по нулям наносит, когда мы в ярости бегаем. Защищенная дверь, а где у нас тут? А, вот так надо пройти. Ох, за мир можно было не тратить мины, насколько я помню. Что же у него, блин, тут все такое закрытое, а? Четыре мины потратил. А, взломать компьютер. Камера безопасности, командная система, открытие защищенной двери. Восточное помещение. Тут мы уже были. Так, ну что ж, мы открыли путь нам. То есть мне теперь надо пройти туда, что пешком? Хотите это сказать? Так, стоп. Как там пройти к входу? Тренировочное управление. Выходами, верстак, склад, склад. Что-то не понимаю, как там все пройти. Хм. А, ну господи, что-то я туплю. Да нет, хотя сказать, можно же тут пройти, но нет. На,
Можно дверку открою. Эта дверь запечатана, закреплена тройным слоем дюрасталь, похоже, она ведет к вентиляционному тоннелю, в котором застрял джедай. Возможно, где-то на этом уровне есть система разблокировки. Да ты издеваешься, да? Ну вот же она, по идее, управление выходами. Система разблокировки. Тут-то больше ведь не, у нас ничего нету. Запчасти нам до сих пор дают ракеты. Тут мы ничего сделать не можем. Восточная... Верстак. Нафиг на верстак пока что. Тренировочная комната. Тут мы были. Тут мы тоже были. Па-па-пам. Тогда я, видимо, чего-то не понимаю. Тос управления. Вентиляция, отойди от него. По-моему, тут у нас где-то должно быть управление этим выходом, нет? Дуальные щиты Чани. У нас тренировочная газовая комната, можно сделать. Перегрузить энергию. А, большой ящик. Окей, я-то ни черта не понимаю. Тут у нас одни ящики. Почему я их не хочу обыскивать, ребят? Потому что каждый из них почти что надо ломать. Наш персонаж быстрее все делает отключками. Так, очередной склад, да? Я явно уже побывал. Не пускать я наружу. Похоже, что спасательный выход управляет за смост. Находишься неподалеку. Заранее спокойно спасательный бла-бла-бла в доке Наршадара. Вентиляция так рано. А, собственно, сейчас мы это и сделали, открыли себе путь. Ясно. Ханхор! Мы должны выйти на арену, наш приманка убежала, конечно. Ох, как он нас боится. Ну что же, наконец-то мы тут. Так, теперь можно пройтись по складам. Просто такое быстрее. Пояс Эндалшей. Ракетки. Что за пояс? Мудрость, сопротивление силе, +14. Неплохо.
А мне там что было? А, ловкость плюс один, физическая сила плюс один. Не знаю, вот как-то мне нравится моим персонажем бегать. Не, остальные наши тоже неплохие, но вот именно в Муке. Мук, чего? Ловкость плюс один. Неудобный, но мощный доспехи. Эти боевые пластины используют элитными гамарийскими воинами. Каждый гамарийский воин украшал свои доспехи металлическими фрагментами с поля боя с их побед. Такс. На, собственно, ящик пуст. Что там было такое? А, точно. Очередной щит, которым мы особо-то не пользуемся. Доспехи за браков. Труба меткости. Вот это неплохо. Вот этого чертового вуки нету. А где все те, которые должны были меня встретить вообще? О, вот они, вот они. Ой, меня кого-то напугал, кажется. Я, конечно, не заметил, он по нам вообще урон нанес или же нет. Вот, даже трое даже было. Вот, еще двое. Так по нам наносит урон, это я уже вижу. Усиленная броня. Ячейка какая-то. По-моему, для бластеров. А, нет, для мечей, для мечей. Кредиты. Прям пробежаться до тех складов. А, нет, мы там, по-моему, все уже открывали. Дуэльный щит, комплекты. Разрывная ракета. Типа, о, опасайся. Окей. Так, ускорение. Усиление. Стойкости. И вперед. Ты хотел меня убить? А. Я пошел тебя убить, Визгус. Незнакомый, конечно, мы их уже сколько ячеек вынесли? Сектор беженцев. Вас по ним освободили, те сектор беженцев от твоих ребят. Знаете почему? Ты назначил награду за мою голову, и теперь ты умрешь. Скоро будучи убитый босс. Я не знаю,
приведет нас к Гота, а потом убьет. О, что мы убили. На, газ. Я тебя умоляю. Убейте джедая, да-да-да, давайте убейте джедая. Кто хочет попробовать сразиться со мной? А, я думал, все они убежали. Только же не служили мне. While the Jedi remains on Nar Shaddaa, my eyes shall watch him. Гота. Enough. Он мой! Я его убью, а не ты. Ах ты скотина. What an amusing Jedi specimen you are. Какого хрена нас постоянно чем-то бьют? Его рубил. Ты не заблокирован. Да, пути назад в Джек-Джек-Тар нету. Надеюсь, Вуки, ты сдохнешь. До свидания, Ханхар. Что? А, Крея? Все они мертвы? Тут. Awaken, beast. Умеешь обращаться с Вуки? Because there is something to be learned of strength, beast, even within your empty shell, and it will be needed in the times ahead. No, that you shall not do. You will not bring harm to the exile, and if you do, beast, I shall break you. Even your madness will not save you if you bring harm to the exile. Know this. You have twisted with your hate. I felt it within you. I shall promise you this, beast. Unlike the red-maned huntress, as long as you are loyal, I shall never show you mercy. No pity. All it requires is that you immerse yourself in another lie. The exile, you shall be his servant until I call upon you. Do this thing, and I shall grant your desire. Крея, что ж ты делаешь-то, интересно? Многих племен обмена.
О, окей, типа мы из-за Эттона теперь играем. Но ты ведь знаешь способ, так? Приманка притворится жертвой, позволит Гроте схватить этот корабль. Что хочет Гота сделать с грузовыми судами Воги? Легко сказать, сложнее сделать, если возможно, если вообще возможно. Запахом. Господи, чертовы вуки. А. На складе вуки. Кто-то должен быть дроидом. I must ask you how you acquired this particular droid. Выиграл в Фазак. There should be no problem then. Credits will be transferred to your account as usual. Что за хрен пищащий? Откуда мы его знаем? Не, я понимаю то, что мы там встречали его. Но это разве он? Да с чего нам ему Let's помогать? Get you to work. Report to C7E3 for assignment. О, это миссия, я ее помню. Дальше прикольная. Ну что ж, левел ап дроидика. Да, наверное, давайте ему автоматом поднимем его. С 7 до 24 уровня, вот тем более, да. Я в этом уверен. 6, 6, 9, 10. Броньку вот эту поставим. Этих модификаторов у нас нету. То есть стойкость. Наверное, вот эту вот возьмем. Майнинг лазер. Нет, спасибо. Уже не нужно. Бластер Анаси. Карту Анаси, да ладно. Прикольно. Бластер из нашей прошлой части. А ты можешь два бластера таскать ведь? Ну-ка, 28, 30, 32. Тогда вот это поставим. Так, способности. Два оружный бой, конечно, блин. Я могу еще прокачать бы. Мастерский техник, специализация на бластере. Мастерский двойной удар. Дроидные модификации. Бластерная интеграция. Улучшение логики. Ну что же, ребят. Ну а дальше у нас очень даже прикольное задание, но проходить мы его будем уже в следующий раз. Так что с вами был Хэдди, ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео. И делайте добрые дела, ребят. Ну а мы с вами увидимся уже в следующий раз. Всем пока, до новых серий и до новых фруфов, ребят. Пока.